Так вы снова в Германии, вот с какими чувствами приезжаете вот на этот бой? Приехали на этот бой. Чувствую себя хорошо. Считаю, что хорошо подготовились. Мне всегда приятно находиться в Германии, потому что здесь добрые, хорошие люди. Саша, а что было по-другому в этот раз в плане подготовки? Большое внимание на силу и выносливость. Как будто только что Константин сказал, что он много как бы не только на физику, а что как бы на ум. Как бы, в том плане, что он влиял немножко на твои мышления на ринге, да? Константин. Безусловно, помимо физики присутствовали тактические какие-то задания. Это все на ринге увидим. А Рахман как бы сильно отличается от соперников предыдущих? Рахман, я с ним еще не боксировал. Но я знаю о том, что он очень опытный, с хорошим ударом. Потому что оценивать нельзя. Вот, а какую тактику планируешь избрать? Как бы? Я понимаю, что об этом как бы, ну, все-таки больше, скажем так, обороне придется предельно внимание в этом бою уделять? Внимание по-любому придется. Много уделить. Буду я прикрывать и от защиты работать. Так и так. В этом бою думаешь, что это будет пока твой последний бой, да, в принципе? В этом бою думаешь, последний бой это будет? В этом году больше боев проводить не планируешь? Да, пока не знаю. Спасибо большое. Удачи. Спасибо.